В эфире новости спорта, подготовленные агентством «Тюменская арена». В студии Иван Лобов. Здравствуйте. Открыли сезон на лучшем стадионе планеты. В областном центре состоялись межрегиональные соревнования по биатлону среди юношей и девушек 99-2002 годов рождения. В двух дисциплинах было разыграно 8 комплектов медалей. 5 золотых наград осталось в Тюмени, при том, что на старт вышли десятки атлетов со всей страны, от Москвы до Алтайского края. В гладкой гонке хозяева выиграли все 4 старта. Победили Татьяна Костюнина, Виталий Гатилов, Арина Пантова и Андрей Вьюхин. В этой дисциплине участники обошлись без заходов на огневой рубеж. Именно проверить ход на лыжне, именно вот лыжный ход без стрельбы, как бы у нас мало возможности пробежать чистые гладкие гонки, и вот очень хорошая возможность, тем более на старте сезона. Также в рамках соревнований состоялся спринт. Здесь тюменцы выиграли одно золото. Постарался Станислав Ильиных среди юношей 16-17 лет. Также чемпионами стали Анастасия Шевченко из Свердловской области, пермская биатлонистка Анастасия Погодина и Даниил Серохвостов из Алтайского края. Для нас места сейчас не столь важны. Нам самое главное, посмотреть динамику, вот эту всю, посмотреть и режимы стрельбы, как они сейчас выйдут. Потому что надо проанализировать и дальше уже, как говорится, построить план, скорректировать, чтобы вести уже. Ну что, первый старт у нас будут отбор на мир, это в Уфе с 22 по 28 декабря. Репетиция важных стартов удалась на славу. В отличных условиях спортсмены открыли сезон, получили медали из рук олимпийских чемпионок Луизы Носковой и Галины Куклевой и почувствовали соревновательный азарт. Выступать в таком месте, как здесь, это, во-первых, престижно, потому что здесь хорошая трасса, хорошее стрельбище, огневые рубежи. Тут комплекс, он высокой категории, поэтому здесь тренироваться и совершенствовать самое как раз время. Следующие крупные юношеские соревнования примет Екатеринбург, где в начале декабря состоится Кубок Урала. Второй круг чемпионата России по баскетболу на колясках, который принимает Алексин, Тульской области, приближается к завершению. Тюменская команда «Шанс» уже провела все свои матчи и теперь ждет результатов других встреч. Сибиряки сыграли 6 поединков. В 4 из них подопечные тренера Олега Мелехова победили. В итоге «Шанс» набрал 10 очков и претендует на медали национального первенства. Многое будет зависеть от поединка между командой «Баски» «Невские звезды» и «Казанскими крыльями Барса». Сохраняет шансы на пьедестал и «Московский фалькон». В прошлом году, напомним, тюменцы стали обладателями бронзовых наград. Самые активные семьи Тюмени вновь собрались для участия в конкурсе «Папа, мама, я» – «Спортивная семья». Традиционных стартов для детей и их родителей на этот раз состязалось рекордное для регионального центра количество местных династий. Я считаю, что подобные мероприятия очень нужны нашему городу, и это доказывает динамика участия семей, потому что если сравнить с прошлым годом, участвовало всего 40 команд, в этом году мы уже, получается, проучаствовало более 60 команд в этом конкурсе. Конкурсы пользуются успехом. Наполнение, содержание постоянно меняется из года в год, но данный конкурс мы проводим в 4 административных округах, и каждый округ соревнуется в одних и тех же конкурсах. В 15-й школе за путевку на областной финал сражались семьи Ленинского и Центрального административных округов. Дети и родители звания самых спортивных родственных групп города подтвердили. Мне нравится вольная борьба, потому что это тренер хороший, и интересно заниматься там, на соревнованиях побеждать. Папа раньше занимался дзюдо, но потом там время было не очень, он ушел. А сейчас он просто дома тренируется. Мы по выходным ходим на круг возле школы, бегаем там, занимаемся. Любовь к спорту с детства привита мне родителями. Я, соответственно, своим детям стараюсь передать эту любовь. Занимаемся дзюдо, ну, и участвуем в соревнованиях по возможности. Проиграем или выиграем, это не важно. Важно, что мы попробуем. В прошлом году попробовали, в этом году. То есть результат сравниваем себя с прошлогодними, потом посмотрим, будем улучшать, работать. В борьбе со званием спортивной семьи среди ленинцев победила семья Придак. Второе место заняли Климовы, бронзовые награды достались Глухаревым. В центральном округе сильнейшим стали Зуевы. Серебро завоевала семья Петрушенко, а третье место – Каторгины. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы, как и всегда, можете узнать, зайдя на наш сайт snta.ru. До свидания.